Одна из главных визитных карточек города-курорта – пешеходная улица Ленинградская. С каждым днем становится ярче. Тысячи квадратных метров клумб с петуниями, тагетисами, каннами. В этом году высаживать однолетние цветы решили пораньше. Но погода преподнесла сюрприз. В этом году часть цветов погибла в связи с аномальной жарой, также сильным шквалистым порывистым ветром. Поэтому сейчас досаживаем. Погибшие цветы меняем на уже здоровые новые. На обращение самарцев оперативно отреагировали и по поручению главы города Елены Лапушкиной приступили к посадке новых растений, помимо 18 тысяч уже высаженных. Над цветочным ковром работают 10 мастеров. Для начала подготавливают клумбы, рыхлят землю. После посадки за дело берется поливочная машина. Полив и уход за цветами осуществляется ежедневно. Кроме того, особое внимание уделяют и тротуару, который также сначала очищают от пыли, а затем поливают водой. За работами следят сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Заезжаем и смотрим, чтобы проводил своевременное подметание, мойка покрытия, полив деревьев, полив газонов. То есть непосредственно за этим осуществляется у нас контроль. Старания бригады не проходят зря. Пешеходная зона улицы Ленинградской никогда не пустует. Вечером здесь проходят концерты. Часто прогуливаясь, можно услышать и иностранную речь. По улице любят гулять туристы. И сами самарцы не упускают возможности почувствовать себя на курорте, пусть даже в обеденный перерыв. Мы работаем, мы не гуляем. Красивая очень улица. Цветочки вам сажают. Цветы, фонтаны, красивые дома, люди. Самара вообще курортная зона. На две недели раньше в этом году начали и покос травы. Первоочередными стали гостевые, знаковые и туристические экскурсионные маршруты. Мария Левина, Николай Сидоров. События.